Ох, как ее ждут-то! Тут дождались. Вот пишут, да. Красавицу нашу. Нам, кстати, очень много пишут с вопросом, когда тот или иной исполнитель. Ну, друзья, мне кажется, должна оставаться какая-то интрига, да, в этом вечере. Просто оставайтесь с нами, просто наслаждайтесь музыкальной премией и этим замечательным концертом. И обязательно оставляйте ваши комментарии. Конечно. Наш номер 8-909-955-1030. WhatsApp, Viber, обычные смс. В общем, присылайте все, что вам удобно присылать. А вот в антракте мы, наверное, как раз-таки вернемся к вашим сообщениям и зачитаем самые интересные. Обязательно, да. Любовь забыла наши имена и заблудилась в дальней стороне. Но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь обо мне. Ночами я не выключу. День подряд спасение по пачке сигарет. И кофе очень горький, словно я. И только круги по воде, ты где? Навстречу не сделанный шаг. И как стена нерешен. Хотя не просто что-то изменить, когда у счастья сломано крыло. Я помню, где-то есть любовь страна, и мысленно туда опять бегу. Любовь забыла наши имена, но без тебя я просто Круг, премия «Шансон года» 2018 года за песню «Я жду». Автор стихов Ольга Кач, композитор Наталья Топчи. Ну и не так давно Ирина Круг выпустила клип на песню «Я жду». Красивый клип. Кстати, очень много отзывов о ее выступлении. Я вижу вот на YouTube-канале просто в восторге народ. И ВКонтакте в восторге народ, и в WhatsApp, и в смс-ках. Ну, Ирина одна из самых любимых, конечно, певиц в нашей стране. Ир, ты знаешь...